Хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода». Слухайте Радіо Свобода. У Мінську 23 години у Праскій студії Сергій Навумчик. Самая масовая манифестация у истории Беларуси. Лукашенко знов звонил Путину. У Гомлі развіталися з забитым міліцієм Александром Віхором. Гэта і іншыя тэмы у нашай перадачы. Вы на хвалях Радіо Свабода, а зараз Юра Дракахруст пазнаёміць вас з выпускам апошніх навінаў. Добрый вечер. По всей краине сегодня проходили шматтысячные митинги и марши свободы. У Минску каля стеллы собралось от 200 до 400 тысяч человек. После митингу люди маршем прошли на площадь Незалежности. Ранее сегодня на площади Незалежности прошел митинг прихильников Александра Лукашенко. У них взяло удел несколько тысяч человек, поводили известок МУС 65 тысяч. Лукашенко выступил на митингу, сказавши, что Украину не отдасть и что в першиню у житті готовы стать перед людьми на колени. На питание Лукашенко, чи хочете вы свободы, его прихильники хором отказали «не». Отбылася новая телефонная размова керовников Беларуси и России Лукашенко и Путина. Поведомляется, что ободва подтвердили домовленность, что в выпадку обострения ситуации по линии вонковых погрозов баки будут реаговать суместно в отповедности с положениями домовы АДКБ. НАТО обвергла обвинувачивание Александра Лукашенко в том, что идет процесс нарушения военной моци Альянсу близу заходней межи Украины. Ніякого нарушування сили в НАТО в регіоні нема. Шматнаціональна присутність во всходній частці Північно-Атлантичного Союзу не уявляє погрози ні для одної країни, заявив пресовий секретар Альянсу. Посол Беларуси в Словаччине, былый помощник Александра Лукашенко Игорь Ляшшеня, выказал свою солидарность с протестовцами в Беларуси и свое обурение зверствами АМАПу на Окрестина и у Жодине. Свое ставление до подей Украине выказал сегодня в своем инстаграме былый премьер Сергей Румас. И он приватности написал: «Назираю за ситуацией в Минску и інших городах Республики Беларусь. Выказываю спочувание всем потерпелым и их семьям. То, что отбывается в Минску, это не допустимо в отношениях до громадян Республики Беларусь. Гвалт в 21-м стагодзе не повинны быть оправданы, все виноватые повинны понести покарание. Поводины органов правопорядку, милиции АМАПу заявляются недопущальными. Массовое затримание протестовцев заявляется порушением их правов и свободов. Свобода слова, меркования, право проводить митинги – все это замацевано в Конституции. Тем больше протестовцы не порушают законов, не ломают сбудований, не работают крамы, с повагой ставятся до своего города. Я не хочу только одно, чтобы влады их почули. Я еще раз выказываю спочувание всем потерпелым подчас гэтага жахливого гвалту. Так написал в своем инстаграме былый премьер Беларуси Сергей Румас. Дякую, Юра. Нагадаю, что с выпуском апошніх новинок вас познайомил Юры Дракахруст. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больше подробязно. У меня
Менску отбылась самая массовая у истории манифестация до 400 тысяч человек. Сотни тысяч человек собрались на шествие по всей Украине, среди них Витебск, Городня, Гомеля, Могилев, Берести, а так само десятки районных центров и сотни весок. Лукашенко знову звонил Путину и знову на конт допомоги. У Гомеля развітались с забитым милицией Александром Вихором. Правоборонцы потребуют неоткладно распочать справы супрац силовиков, которые зловживали повномоцтвами. Сербия отмовляет дотично своих войсковцев до сдушения протестов у Беларуси. Таким чином, чим би не скончилася ситуація супрацьстояння, яка тепер існує у Білорусі, я маю на увазі Олександра Лукашенка і ягоної адміністрації з протестовцями, напевно, вже нельга назвати тих, хто вийшов сьогодні на вулиці городов, бо тут вже виглядає справді більшість, ці не представляють більшість. Гетий день войдзе в історію, як мінімум, з одної причини. Сьогодні у столиці Білорусі прийшла самая масовая у історії маніфестація. Журналісти оцінюють кількість тих, хто прийшов від 200 до 400 тисяч чоловік. Ну, така розбіжка тлумачиться тим, що тяжко було підлічити людей, тому що одномомент на площі коля стели, на вулицях докладі, на проспектах не могли заставатися стільки людей, як я назвав, хтось ці приходив, а хтось ці сходив. Але в сумі гэта, безумовно, была такая лічба 400 тысяч. И сотни тысяч собрались на шесте по всей краине. Это были все областные центры, где было по 20, по 30 тысяч человек, как скажем, у Городниці, у Берести, и районные центры, а так само вёски. Головное потребование, якое вылучали те, кто вышел на улицы, гэта отставка Лукашенки. И это же самое потребование выказывают горняки Солигорска, которые уже вот теперь распочали страйк, хотя он начинается официально завтра от 8 ранеца, але сегодня больше сотрудников уже спинено, про это будем подробязнее позднее у нашем эфире. А зараз я попрошу нашего режиссера включить фрагмент стриму з вулиц Менску, каб ви відчули ось ту атмосферу, яка була. Ось зараз, наскільки я розумію, наш кореспондент буде гутерить з людьми, які несли до місця збору велізний 100-метровий стяг. У першому випуску нашого ефіру я сказав про 50 метрів, оказується, помилився, стяг був 100 метрів. Будь ласка. Добрый день. Скажите, в какой дужине этот стяг, вы ведаете? 100 метров. 100 метров? Да. А откуда он, кто его пошил? Минска. На маяке Минска стартовали. Кто пошил, не знаю. А вы где доучились? На маяке, мы живем на маяке. И пешки пришли аж со станции метро «Сход»? Да, да. Чому вы решили до этого стягового, стяговой частки доучиться? Нет сил уже смотреть на все происходящее. Хочется быть с народом. Бояться надоело. Все, хочется перемен. Коли, на вашу думку, вот перемены, каких вы хотите, почнутся? Прежде всего, чтобы прекратилось насилие. И освободили всех заключенных, политзаключенных. Честных выборов. Дякую вам. Вот так нам рассказали, это 100-метровый бел-червоный белый стяг, який люди здесь со станции метро «Усход». Уже сходит? С маяка. Ребят, пускай Лукашенко ответит на два вопроса. Кто хочет забрать нашу страну? И кто ее не хочет отдавать? И меня здесь не будет. Пускай он ответит на два вопроса. Кто ее хочет забрать и кто ее не хочет отдавать? Все. Живи, Беларусь! Ну, это был фрагмент стриму с подзей, которые отбывались у Менску на проспектах.
А поздней от стелы шматтысячная колона рушила до площади Незалежности. Уже был не один такий велизный гигантский стяг, а несколько, ну, а бел-червоно-белых стягов были просто тысячи. Я думаю, ну, 10 тысяч это однозначно. Прилечить, конечно, немагчыма. И что цікаво, я проглядел сегодня репортажи и фотокорреспондентов нашего радио, и проглядел и Тутбай, наши Нивы, и иншие ресурсы, телеграм-каналы. Я не убачил вот ніводного, вот просто ніводного червоно-зеленого стяга. Так вот, знову ж хотів сказати протестовці. Певно, вже не протестовці, а представники народу, хоча і вони протестують супроць гвалту, супроць Олександра Лукашенки. Люди дійшли до площі Незалежності. Там відбувся так само стихійний мітинг. І на площі був мій колега Валер Каліновський, з